Сегодняшняя тема вебинара – это знакомство с продуктом Fine Report. Мы посмотрим и поговорим о нем подробнее. Также на этом вебинаре мы разработаем дашборд Fine Report и посмотрим в целом, как у нас отличается этот продукт с Fine BI, какие есть особенности, что можно учесть при миграции, при разработке, и, может быть, какой-то из подходов, который мы поговорим сегодня, будет более схож и приемлем для вас. Давайте тогда начинать. Сегодня, да, вот как я уже сказал, мы сначала поговорим про описание продукта, что он из себя представляет, это система Fine Report, поговорим немного про сравнение Fine BI и Fine Report, и потом мой коллега Даниил покажет в демонстрации, как можно полностью с нуля, с нулевых данных построить дашборд Fine Report. Вот. Поговорим немного об истории, как вообще этот продукт нам пришел в Россию. Fine Report – достаточно старая система анализа. Если мы говорим всегда про Fine BI, то эта система молодая, ей порядка 5 лет. А если мы рассматриваем Fine Report, то исторически этот продукт разрабатывался гораздо дольше. Он состоит из двух частей. Это дизайнера отчетности Report Designer. То есть это обычно у нас клиентское приложение, в котором мы можем разрабатывать наши дашборды, пытаться сохранить их у себя на локале без привязки вообще к серверу. То есть в этом случае может быть сходство с системами, как Click, Tableau, Power BI, тем, что у нас есть десктоп-приложение, и мы можем при подключении данных у себя сохранить дашборды и работать с отчетностью как бы в режиме офлайн. Если же мы говорим про вторую часть, это когда мы хотим его опубликовать, этот отчет, и поделиться с кем-то из наших вот коллег в компании, то на этот случай у нас есть отдельная часть, это репорт-сервер, он же сервер отчетов, то есть это серверное приложение, в которое мы можем уже опубликовать наш разработанный дашборд и в целом проводить там некоторые характеристики по администрированию системы, по их конфигурации, можем настраивать некоторые коннекторы, а также брать и проводить интеграцию с другими системами, как тот же Fine BI, настраивать различные плагины для того, чтобы взаимодействовать лучше с отчетностью и расширять функционал. А также достаточно подробный функционал, который у нас перекликается с той же системой, как Fine BI. Что можно сделать, в принципе, используя Fine Report? Это прежде всего, так же как и в других системах, подключить различные источники данных. Можно составить те же самые вот регламентированные формы отчетности в дизайнере отчетов и в дальнейшем их опубликовать. И третья такая достаточно интересная опция – это создание форм ввода и, скажем, корректировки данных. Вы можете сделать какую-то из регламентированных форм, согласно которой пользователь будет заводить данные, и согласно какому-то алгоритму они будут проверяться перед тем, как отправить их в базу данных, либо же какой-то внутренний источник, который будет у вас создаваться отчет, либо же крутиться та форма ввода. Какие вообще есть у нас возможности для того, чтобы у нас взаимодействовать с источниками данных, куда мы можем вот эти данные формы ввода, допустим, залить, или же предобработать при подключении в репорте. Это все самые популярные, допустим, традиционные базы данных, такие как MySQL, PostgreSQL, SQL Server, базы данных Oracle, IBM. Если мы говорим о тех же источниках, которые у нас могут сталкиваться как справочники, допустим, в Excel, либо же другие источники в качестве таблиц данных, это могут выступать и CSV-файлы, и XML-файлы, и различные, скажем, источники из файловых сервисов, то есть вы можете подтягивать данные при помощи FTP с FTP сервера, где вот хранятся эти источники, таблицы. Можно также использовать и многомерные источники, они же кубы OLAP, это, допустим, система там, для больших данных, для анализа больших данных Hadoop, это может быть и Oracle S-Base, и это какие-то источники Fine BI, допустим, те же Spider подключения, а также кубы SAP, SAP BV, SAP HANA, которые вы можете подключить у себя в Fine Report и ввести, получается, отчетность и разрабатывать ее напрямую. Здесь стоит упомянуть, что в особенности подключения у Fine Report лежит архитектура в том, что мы не получаем данные непосредственно к себе и не сохраняем их локально. Если вы до этого работали в системе такой, как Click или же ClickSense,
то вам этот подход может быть знаком, когда все запросы, допустим, SQL, обработки данных, либо же создание визуализации, они будут адресоваться напрямую к самой базе данных, где это происходит подключение, и вы тем самым делегируете ответственность на обработку и все вот эти вычисления на сторону хранилища. С одной стороны, это может быть удобно, но с другой, если мы говорим о подключении каких-то вот сторонних систем, и мы хотим сделать какую-то выгрузку данных, чтобы нам лишний раз не нагружать наше хранилище, то в этом случае подход может быть не совсем уместен, и нужно правильно прогнозировать сайзинг и те, скажем, вот нагрузку, которая ляжет на ваше хранилище. Поговорим о том, как можно начать разработку FineReport. Примерно алгоритм такой же, как и FineBI, то есть для начала вам необходимо скачать приложение Report Designer, после этого вы сможете напрямую вот подключиться к вашим источникам, к вашим базам данных, их между собой совместить и начать разрабатывать источники, на основании которых будет создана визуализация. Визуализации, они создаются по аналогии, как вот, скажем, в Excel, вы можете вот полностью вот ту же таблицу взять и структурировать по строкам, по столбцам значений, которые будут складываться из определенных полей, и тем самым у вас будет структура отчета напоминать ту же самую таблицу Excel, которую вы работали ранее, если вы не работали вообще с другой базой данных до этого. Все вот эти ваши наработки, они будут сохраняться в двух формате файлов, это CPT и FRM, то есть вот эти регламентированные отчеты, их же иначе называются темплейты, при импорте FineBI вы можете дальше переназначать, либо же вот, скажем, перерабатывать, делиться с другими пользователями. Причем на локальном сервере. Вам не обязательно развертывать сам FineReport сервер, чтобы у вас это где-то отображалось для остальных пользователей. В чем плюс? То, что вы можете брать и совмещать различные подходы к разработке, то есть здесь ввести тот же самый CI/CD, совместить это разработку при помощи GitHub'а, чтобы туда опубликовывать ваши отчеты, которые другой разработчик сможет подправить и дальше опубликовать, допустим, в систему FineBI, если мы говорим о сторонней интеграции. И тем самым выстроить такой процесс CI/CD контроля перед публикацией дашбордов. Поговорим о том, чем вообще вот сравниваются и отличаются две системы, потому что по своей структуре они находятся в одной компании FunRuan, то есть и здесь могут быть некоторые нюансы, то что казалось бы, зачем делать два различных продукта, если это одна и та же BI-система. Здесь вот сам FineBI, он эволюционировал как бы из продукта FineReport и унаследовал некоторые подходы к разработке, либо же работе с данными, а в чем-то он даже и превзошел, потому что теперь FineBI это self-service BI-инструмент, который вам может реализовать разработку дашборда без знания каких-то сложных навыков, без знания технических азов, допустим, тех же скриптов, либо же каких-то языков программирования, которые может потребовать FineReport. И в этом случае значительно облегчит разработку дашбордов, владение отчетностью в этом продукте. И, скажем, вот в чем концептуальное различие между двумя системами, это, во-первых, подходит то, что у нас FineBI это все-таки self-service, FineReport это centralized BI, и он заточен под фиксированную отчетность. Опять же, FineBI более легкая предобработка данных, более легкая разработка дашбордов, а также можно ими делиться более понятно. FineReport это все сделано сложнее, еще не тривиальнее, и для того, чтобы делать те же самые витрины данных, вам обязательно знание SQL на достаточно уверенном уровне, чтобы формировать витрины данных между собой, чтобы консолидировать их, и тем самым вам необходимо более высокие компетенции для владения FineReport. В чем отличие на, скажем, таком архитектурном плане, то что FineBI это просто у нас веб-версия, которая у нас не нуждается в каких-то дополнительных развертываниях на машине разработчиков, тех же пользователей, а FineReport по своей сути, он требует от нас контроля, во-первых, ресурсов, которые у нас разработчик пытается адресовать запросом в базу данных. Нам нужно контролировать, что конкретно он пытается развернуть и дополняет нам вот все вот эти элементы, которые необходимы для адекватного репортинга. И здесь могут начаться сложности с тем, чтобы это все дело правильно администрировать и потребует
достаточно высокого порога входа. Здесь можно также посмотреть, что если вы достаточно сильный технический специалист, то для вас знание API, либо же вот языков, таких как Java или JavaScript, будет обычным, и вы сможете при помощи этого сделать практически любую задачу, которую вам поставит руководство в Find Report, потому что это достаточно мощный и в этом плане универсальный инструмент. Но если мы говорим о том, чтобы это потом дальше переиспользовать в Find BI, например, по взаимодействию либо автоматизации наших дашбордов с API, то здесь Find BI сталкивается с значительными ограничениями, потому что нам необходимо либо сделать стороннюю интеграцию, опять же, с Find Report, либо делать какие-то отдельные плагины, импортировать их в, получается, систему, и после чего настраивать еще некоторые действия на этой сложной и не совсем понятной, скажем, пути. Что может еще у вас быть такой вот не преградой, а некоторым нюансом, который вам может Find Report больше понравиться как продукт? У Find Report есть достаточно интересный и классный конструктор отчетов, который вам позволяет сразу экспортировать ваши наработки, ваши дашборды в несколько форматов, которые самые распространенные. Это, во-первых, Word, это презентация PPTX, это отчеты Excel, и также PDF, как они у вас представлены на дашборде на вашем экране. Пока что нам вот наши коллеги из компании FunRuan, они говорят, что это скоро будет добавлено в некоторых релизах, но на данный момент такой возможности нет, и вы не сможете это реализовать в качестве интеграции вашего отчета Find BI, рассылать его вашим пользователям в формате презентации и в дальнейшем использовать ее на демонстрации. Пока это вот может тоже быть таким некоторым ограничением, если сравнивать эти два продукта. Если мы же говорим про выводы, которые можно извлечь из этого небольшого сравнения, то стоит, что в принципе не стоит делать сравнение между продуктами Find BI и Report в том смысле, что они помогают дополнить друг друга, но не заместить полностью, потому что Find BI это концептуально у нас хороший продукт в качестве self-service аналитики, и он не может напрямую сравниваться с Find Report, только в некоторых модулях. А Find Report — это именно centralized reporting, то есть два заточенных абсолютно разных подхода. И в этом случае что можно отметить, с чем вам может больше понравиться Find Report и расширить некоторые потребности, это, допустим, нативная интеграция с источниками, которые, правда, работают достаточно хорошо. Вы можете сразу подключиться к какой-нибудь таблице из того же SAP, либо из какого-нибудь системы Oracle, их между собой соединить при помощи SQL и разработать отчет, который будет в целом понятный, и вам нет необходимости дальше его как-то видоизменять, пытаться еще интегрировать данные в тот же Find BI. Если мы говорим о формах ввода, то здесь в Find Report они представлены на высочайшем уровне среди всех BI-систем, которые я только работал, это которые знакомые ClickTableau Power BI и другие, которые более профильные. Потому что в Find Report, если вы владеете знанием, как можно сделать конкретно, скажем, форму для множественного ввода или же вывода данных, то, как можно реализовать параллельный или последовательный ввод данных, это для вас окажется такая легкая задача, просто вы сделаете форму интеграцию из вашей базы, тем самым у вас будет обозначен практически один вот модуль, который ввода и data entry, скажем, вот в системе. Другой где-нибудь из BI, либо вот профильных инструментов, вам придется это гораздо больше тратить время на это, чтобы пытаться разобраться в таком вот достаточно сложном и нетривиальном функционале. Естественно, это можно отметить интеграцией со сторонними сервисами по API, то есть если вы хотите совместить у вас некоторые источники данных, если вы имеете облачные какие-то источники, где вы получаете данные по запросам API, это для вас тоже окажется достаточно легкой задачей, потому что, скажем, Find Report достаточно технический инструмент, и вы можете при помощи одного скрипта получить все данные и дальше их переиспользовать в качестве отдельного класса, отдельного источника данных Find Report. И поэтому здесь вот плюсы и минусы Find BI репорты, и то, что они имеют или не могут делать, они нивелируются тем, что вам стоит их между собой совмещать. То есть при развертывании вам не обязательно, чтобы лицензии Find BI и Find Report совпадали между собой. И тем самым вы можете реализовать некоторый подход, что у вас какой-то из разработчиков будет делать формы ввода Find Report, в дальнейшем их переиспользовать в Find BI в интерфейсе в каком-то
гибком дашборде. И тем самым вы сможете достигнуть очень высокой эффективности, совмещая вот эти два подхода на практике. Что порой так и бывает, что вы не только затачиваетесь под self-service аналитику, не даете свободы пользователям, а как-то пытаетесь их ограничить, тем самым вводите дополнительные рамки. И Fine Report вам поможет сделать вот эти некоторые ограничения и тем самым вот реализовать те функции, которые могут быть для вас критичным в вашей инсталляции. На этом моя такая вот, скажем, демонстрационная часть закончилась, то, что вот по сравнениям этих двух продуктов. Теперь я передам слово моему коллеге Даниилу, и он уже покажет, как полностью подключившись к источнику, мы можем построить наш отчет в системе Fine Report и в дальнейшем, как можно взаимодействовать с ним. Даниил, тебе слово. Да, Руслан, спасибо. Коллеги, всем добрый день. Сейчас я перехвачу демонстрацию экрана. Так, кажется, сейчас должно быть видно. Да, когда мы открываем Fine Report, мы попадаем на вот эту вот первую страницу. Видим сразу, что у нас стиль такой Excel-like. Да, к нему нужно привыкать. Кому-то нравится, кому-то нет. Начинаем мы разработку нашего дашборда с того, что во вкладке «Файл» мы выбираем «New Dashboard». И дальше, что нам нужно сделать для разработки дашборда, это подключиться к нашему источнику данных. В нашем случае это данные, у нас данные лежат на серверной BD, мы это предподготовили для вебинара. Сейчас мы не будем демонстрировать, как это делается. Ну, в общем, если у вас серверная BD, то вы заходите во вкладку «Сервер», сюда «Define Data Connection», и здесь подключаетесь к своей базе данных. Сейчас мы это уже сделали. И далее, что нам нужно сделать, это выгрузку нашего датасета из базы данных. Переходим во вкладку «Template Dataset», нажимаем «плюсик», и переходим вот в такое окно создания датасета, где мы пишем уже, как сказал Руслан в своей презентации, SQL-код, и с помощью языка SQL мы уже формируем наши датасеты. В нашем случае мы будем рассматривать датасет фактпланового анализа. Сделаем select звездочка с нашей таблицы. И кнопочкой «Превью» мы можем посмотреть результат нашего SQL-запроса. У нас в данных есть данные по магазинам. Это шоп 1 и шоп 2. Данил, прости, «Превью» сейчас окно не видно, которое вот показываешь. Так, кажется, демонстрацию экрана сейчас нужно тогда подправить. Так, а видно ли сейчас окошко превью? Почему не видно, все было видно? Окошко превью там, где я показывал данные. Там должно быть окно с данными, чтобы отобразилось конкретными полями, что мы вытягиваем из этого запроса. Да, видимо, это ограничение нашей системы, в которой мы демонстрируем. И, в общем, сейчас, когда мы начнем разрабатывать дашборд, мы увидим, какие данные у нас подтянулись. Да, вот здесь вот мы можем посмотреть, какие поля нам подтянулись из нашего датасета. Мы взяли данные по магазину, по дате, категории, подкатегории. И для каждой вот даты магазина, категории, подкатегории у нас есть значение факта и плана. Давайте теперь перейдем как раз-таки к разработке отчета самого. Здесь мы разрабатываем его таким образом, что перетаскиваем нужные нам визуализации на полотно. Мы сейчас выбрали два совмещенных графика, то есть два комбинированных графика. На первом мы покажем впоследствии динамику факт-плана по разным датам. На втором графике мы покажем факт-план по категориям и подкатегориям. Дальше вот здесь мы развестим бар-чарт в разбивке по магазинам, где мы покажем план и факт. Также мы добавим впоследствии вот на это место значение наших планах и фактах в формате KPI. И последнее, я перенесу вот этот report blank в самый верх. Мы сюда добавим название
дашборда. Предлагаю начать с визуализации того, как у нас изменяется факт и план в динамике. Мы дабл-кликаем по визуализации, и давайте выберем, что у нас комбинированный график будет состоять из area чарта и line чарта. Переходим во вкладку «Data», чтобы подтянуть наши данные, которые мы импортировали в систему, как раз-таки соединить их с графиком. Видим, что линия у нас выбрана, и данные у нас пойдут из датасета 1. Категории, то есть разбивка у нас будет по датам. Series у нас не будет, у нас будет value. И линии будет отображаться плановое значение. Переходим во вкладку Area, опять же выбираем датасет 1. Опять же разбивка по датам, и value у нас будет фактическим нашим значением прибыли. Переходим во вкладку Style, чтобы настроить то, как мы будем видеть вот этот вот элемент визуальный. Добавим его название. Это будет динамика факт vs план. А дальше давайте зайдем во вкладку Series, где настроим цвет. Первая у нас шла линия. Линия у нас будет черным цветом, а таким темно-синим у нас будет area chart. Дальше access. Это, наверное, нам не нужно. Так, переходим к следующему визу. Это у нас предполагалось, что будет bar chart с line chart. Переходим во вкладку data. Колонками пусть у нас будут следующая разбивка. Сначала по подкатегориям, а затем добавим еще одну разбивку, большую, по категориям. Да? И value у нас будет фактическим значением отображаться столбиками. Для линии настроим опять же датасет 1, категория сначала по подкатегории, потом более крупно по категории, и value у нас будет планируемое значение. Переходим во вкладку Style. Название у нас будет план vs факт по категориям. Настроим цвета во вкладке Series. Сначала у нас в данных шли колонки, а потом линии. Давайте настроим для колонок темно-синий, поскольку у нас фактическое значение было синим, сквозное у нас такая будет, цветовая гамма по всем визуализациям, да. А линия будет у нас черная. Немножечко давайте настроим ось X, поскольку у нас там будет много записей, мы сделаем небольшой наклон для названий категорий, чтобы все влезло. Переходим на третью визуализацию. Это у нас bar chart. Подтянем данные из датасета 1. Категория у нас будет shop. И здесь мы хотим, получается, на одном графике использовать сразу две меры, поэтому мы переходим вот сюда во вкладку field name. И первое у нас будет фактическое значение с агрегацией сумма и плановое значение также с агрегацией сумма. Перейдем в style, добавим title. Это будет vs план по магазинам. Цветовое решение сначала у нас, сейчас я посмотрю, мы тянули фактовое, а потом плановое значение, поэтому темно-синий и черный. Так. И давайте вот уберем сейчас тайтлы, которые тянутся вместе с самой плашкой виза. То есть для графика мы тайтл указали, а вот для самого виза мы его уберем во всех трех графиках. И настроим название нашего дашборда. Для этого мы дабл-кликаем вот по тому блоку, который мы добавили, самый верх. И переходим вот в такой редактор, где мы наберем text super store plan fact analysis.
Сделаем покрупнее, жирным и по тексту. Добавим немножко больше места. Чтобы перейти обратно на вкладку дашборда, здесь внизу у нас есть выбор. Нажимаем на форм и видим, что у нас на верхней плашке теперь есть название нашего дашборда. Последнее. Давайте сейчас посмотрим превью перед тем, как настроить наши графики KPI. Это делается нажатием вот на эту кнопку превью. Сохраним это под названием дашборд. А сейчас во втором окне у меня открылся дашборд, и я сейчас остановлю показ этого экрана и перейду на показ экрана, где у нас отрисовался дашборд. Так, кажется, сейчас должно быть видно. Вот, то, что у нас сейчас получилось, вот мы настроили график динамики план-факта, настроили график план-факта в разбивке по подкатегориям и категориям, и также график план-факта по магазинам. Точно так же у нас появился тайтл нашего дашборда, и то, что нам осталось, это вот в этом пустом месте мы сейчас настроим наши KPI. Я снова останавливаю показ и включаю, опять же, окно Find Report. Переходим во вкладку для разработки графиков KPI. Я совмещу ячейки несколько подряд. У нас будет три KPI. Подготовлю для них место. Первое это у нас будет выручка. Вторая у нас будет выручка план. И, скажем, отклонение от плана. Также здесь на графиках KPI мы сейчас покажем такую возможность Find Report, как условное форматирование, когда мы дойдем до KPI отклонения от плана. Чтобы нам добавить число на наш график, мы перетягиваем из датасета значение факта. По умолчанию у нас делается таблица, и если мы оставим все как есть, сейчас у нас вот так вот в колонку пойдут все значения фактов, которые у нас есть в датасете. Но нам нужны сагрегированные данные, поэтому мы переходим во вкладку Cell Element. Здесь выбираем агрегацию Summary и способ агрегации сумма. Точно так же поступаем с планом, переходим в Cell Element и здесь выбираем метод Summary. Для того, чтобы нам добавить отклонение от плана, мы переходим в редактирование нашего датасета и добавим сюда столбец факт минус план. Как раз таки то, о чем говорил Руслан. Нам нужно знать SQL для того, чтобы эффективно работать с Find Report. Создаем новое поле, равное факт минус план. И сейчас добавляем его в третий столбец. Опять же указываем summary, метод sum. Немножко отформатируем все по центру, жирным. Шрифт покрупнее для заголовков 16, для самих значений еще крупнее, скажем, 24 будет достаточно. Дадим немножко больше места, чтобы текст влезал. И добавим условное форматирование, о котором я говорил. Пусть у нас по умолчанию этот текст будет красным, отклонение от плана, а в случае, если вдруг отклонение от плана будет положительным у нас, то тогда этот текст будет окрашиваться зеленым. Это, ну, простейшее форматирование, можно, конечно же, более гибко настраивать. Переходим во вкладку Conditional Formatting и добавляем условия. Атрибут у нас будет цвет текста, и он будет зеленый. Теперь
В каком случае он будет зеленый? Нам нужно добавить некоторые условия. Для нас это будет формула. Мы напишем, что он будет зеленый, если значение столбца FP будет больше либо равно нуля. То есть если отклонение от плана будет в нашем случае положительным. Мы написали эту формулу и нажимаем «Добавить». Вот те формулы, которые у нас добавлены в форматирование, да и в принципе Fine Reports такая, такая логика во многих местах визуализации, что мы добавляем некоторые условия, оно у нас здесь появляется в этом окне. Перейдем на вкладку «Обратно к дашборду». Мы видим, что у нас здесь отображается KPI, который мы посмотрим. Немножечко отредактируем место, занимаемое каждым графиком. Что мы забыли? Наверное, ничего не забыли. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Опять же, нажимаем на превью. И сейчас я перенесу демонстрацию экрана на экран моего браузера. И посмотрим на то, что у нас получилось. Так, кажется, сейчас должно быть видно. Да, что мы получили? Вот за буквально несколько минут мы разработали простейший отчет Fine Report, в котором мы разработали несколько совмещенных графиков, bar chart, разработали несколько графиков KPI. Конечно же, здесь все можно настраивать более гибко и делать все гораздо более красиво, и можно впоследствии добавить здесь ряд фильтров, которые будут так или иначе изменять наш отчет. И также можно настроить систему дрилдаунов и фильтры с самих графиков. И можно точно также настроить визуальное решение, которое принято в вашей корпоративной культуре. Но на данный момент мы хотели показать то, как разрабатываются простейшие отчеты. И вот то, что у нас получилось. Руслан, наверное, тебе слово. Да, спасибо большое, Даниил. Ты действительно выполнил этот челлендж. Дашборд за 15 минут еще, думаю, никто в Fine Report не строил. Да, теперь, коллеги, я думаю, можем ответить на какие-то вопросы, поговорить более детально про ограничения, про еще возможности Fine Report по сравнению с Fine BI, в вашем опыте использования. Не стесняйтесь, можете выходить в эфир. Там есть такая справа кнопочка «Выйти в эфир» и тем самым включить микрофон, попытаться задать вопрос голосом. Вот. Ну и можете в чате задать тоже вопросы. Тут уже как вам удобно. Коллеги, а можно вопрос задам? Подскажите, пожалуйста, по поводу того, как можно, да, приобрести Fine Report. Я правильно понимаю, что если речь идет о безлимитном бессрочном пакете, то это вместе с Fine BI подставляется. Если подписка на лицензии поштучно, если можно так выразиться, то он идет отдельно, или это неверно? Да, здесь правильное, скажем, такое рассуждение, что как вот по акции можно, по сути, получить сразу и продукт Fine Report вместе с Fine BI, если вы берете вот такую безлимитную историю. Если же мы рассматриваем обычное лицензирование, которое подразумевает нам по оплату, скажем так, по годам, то в этом случае вы можете не быть привязанными к количеству лицензий Fine BI, то есть у вас там 10 разработчиков Fine BI и, допустим, одна лицензия Fine Report. В этом случае вы можете тем же самым функционалом пользоваться и в репорте, один ключ, по сути, и дальше импортировать свои приложения, чтобы видеть форму ввода, взаимодействовать с ними, или же строить там какие-то дашборды, фиксированное разрешение, которое вы можете импортировать куда-то дальше на дашборде Fine BI, допустим. Спасибо большое. Там вопрос еще, коллег, вопросы даже посыпались. Так, я думаю, да, вот сейчас, Даниил, если это быстро сделать, про action filter, то есть чтобы по клику на какой-то из столбцов мы фильтровали значение по нему.
Вот, то есть здесь тоже такие опции доступны, это не просто как бы отчет фиксированный, а можно вот посмотреть, как он делается по клику. Вот. Сейчас просто там данные надо еще готовить под отдельный фильтр. Я думаю, сейчас не будем тратить на это время. А потом тоже запишем как-нибудь видео об этом. Да, скажу, что для фильтрации здесь реализованы два пути Fine Reports. Это фильтрация на уровне датасета, то есть фильтры добавляются и связываются напрямую с датасетом через SQL, да, параметры, либо же с помощью такой вкладки, как Template Parameters, это создаются параметры конкретной книги, конкретному дашборду, и они уже действуют внутри дашборда, их можно выносить на панели. Это просто занимает некоторое время, это делается, к сожалению, не в два клика, поэтому...